Дан старт четвертого заезда. Открытый приз для лошадей двух лет рысистых пород. Обег со старта повела Гранка. На втором месте гадалка Лок. На третьем Пульман. И замыкает Стинг Лок. Обег ведет Огранка. На второе место выходит Пульман. На третьем гадалка. И замыкает Стинг Лок. Участники заезда подходят к отметке первой четверти дистанции. Бег возглавляет Огранка. За 37,9 пройдена первая четверть дистанции. Участники заезда проходят перед трибунами. Чуть впереди Огранка, полем Пульман. В спине у них гадалка Лок и замыкает Стинг Лок. А впереди по-прежнему Огранка под управлением мастера-наездника Виталия Секисова. На втором месте Пульман под управлением Юлии Ярулиной. В таком порядке участники заезда подходят к отметке второй четверти дистанции. Впереди по-прежнему Огранка. За 38,1 секунды пройдена вторая четверть дистанции. На первом месте Огранка пытается достать Пульман. Поехала гадалка Лок. Вперед вышла гадалка Лок. На втором месте Огранка, далее Пульман и замыкает по-прежнему Стинг Лок. А впереди гадалка Лок, лидер заезда. Под управлением мастера-наездника Лизы Матусевич. Гадалка Лок проходит третью четверть дистанции. За 35,2 секунды пройдена третья четверть дистанции. Лидирует гадалка Лок под управлением мастера-наездника Лизы Матусевич. Выходит на финишную прямую четвертого заезда. Впереди гадалка Лок. На втором месте Стинг Лок под управлением Натальи Абсаликовой. Финиширует гадалка Лок. Четвертый номер. На втором месте Стинг Лок. Финиширует Пульман и Огранка.